свете последних событий, вы знаете, когда Сбербанк провел свою очередную презентацию, до этого у меня были как бы сомнения о том, что Сбербанк полностью копирует Приват с опозданием 4 года. Но тут ребятам нужно отдать должное. Они, оказывается, с опозданием 3-летней давности провели презентацию. То, что Приватбанк делал 3 года назад, полностью слизанная их презентация в этом году, в 2020. То есть, ну, как бы, оттуда не то, что нужно уходить от Сбербанка, оттуда нужно бежать. И кто последний убежит, пускай погасит свет. В общем, как-то так. Нужно идти сегодня, максимум завтра, закрывать карту Сбербанка, уходить полностью оттуда, потому что уже больше чем год у меня там все поступления, которые приходят на Сбербанк, в течение часа уходят в другой банк. Переходить можно куда угодно, абсолютно. Главное закрыть счет в Сбере. Чем быстрее мы это сделаем, это нужно было еще сделать вчера, чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее мы это поймем, тем проще будет дальше адаптироваться, потому что это деградация полнейшая. Это, знаете, как будто бы хороший американский какой-то сериал, и на него русские сделали копию, вот, адаптацию. Ну это вообще, это такая жесть. Но это даже смешно смотреть. 3 года назад все то, что они презентовали в этом 2020 году, весь их ребрендинг, который только предстоит им сделать, только придется им поменять внутри все свои офисы. Все это уже было, ну как минимум 3 года назад сделано в Украине, в Привате. Слизано было все под копирку. Причем очень неудачную копирку. Видно было, что они несколько раз поднимали бумагу и не попадали в то место, куда им нужно было. В общем, если раньше еще были какие-то сомнения, чтобы оставить сберовскую карту, то теперь этих сомнений вообще нет. В общем, как-то так. Ну, и дабы не быть голословным, я с полной уверенностью могу в описании к этому видео прикрепить две ссылки на презентацию 3-летней давности Приватбанка, где все хорошо и замечательно, где раньше внедрялись технологии хорошие, умные, где все сделано было еще 3 года назад. Вот. Ну и современную презентацию, на которой только предстоит это все сделать Сберу. И сколько лет им на это понадобится, неизвестно. В общем, как-то так. Всем пока.